Итак, мы снимаем влог про Анькино путешествие в Барселону. С каким-то типом. Обожаю, просто обожаю. Доброе утро. У тебя больше. Я приехала домой. Приехала домой. Очень рада этому. Вот. Сейчас все ходят в куртках, наверное, а я иду вот так. И Барселона – это город, в котором, вне зависимости от того, выпускаю я влоги или не выпускаю, я всегда их снимаю, и я всегда говорю на камеру, и чаще всего это не просто вот я иду, я делаю, а это какие-то мимолетные мысли, которые я вылавливаю, потому что я нахожусь в месте, которое способствует тому, чтобы я так много думала о том, что со мной происходит или где я нахожусь, вот. И я чуть не попала под машину, и я иду за кофе. Все, кто мог помахать мне в камеру, все помахали. Просто все машут. Паша пытается открыть дверь, я к нему подхожу, стою, уже видео сняла, то есть он говорит: «Ань, ну какой ключ подходит? Ну, Ань, ну, Ань, не могу войти». Я подхожу, говорю: «У нас замок был ниже». Он говорит: «В смысле?» Я говорю: «А это не наша дверь». Он говорит, а он уже 2 минуты просто ломится, ключом пытается открыть. Видео называется «Что бы я без тебя делала, Аня?». Я вернулась в комету. Обожаю, просто обожаю это место. Так сильно.
больше хожу домой. У тебя больше. Нормально? Да. She's sleeping, I think. У меня очень удивительный подъезд. Сейчас еще нету 9. Это значит, что заведение, в котором я обычно сижу, закрыто. Поэтому, ладно, я посмотрю еще, который час. 9:01. У меня такое странное ощущение, как будто все уже заканчивается. Хотя на самом деле это всего лишь второй-третий день, непонятно, если считать неполный день. Сейчас мы с вами поговорим немножко честнее, наверное, и развернутее, если так можно сказать. Hello. Hola. Ah, okay. Yeah. Sorry, I forgot. Yeah, I forgot this one. And cappuccino, okay? Thank you. На самом деле, все довольно-таки сумбурно в каком-то плане, и наоборот, слишком расслаблено в плане мыслей. Я себя не гружу абсолютно ничем. И мне скорее даже хотелось бы, наверное, сейчас собрать их немножко в кучу и что-то написать, потому что только чувствовать невозможно. Как бы ты этого не хотел, только чувствовать ты не можешь. Ты должен еще и периодически просто постоять ровно на месте, выдохнуть. И нужно просто собраться в кучу. И знаете, я делаю вот так вот. Я становлюсь, опускаю голову, я ищу причину. В чем суть? Почему? Почему это настроение куда-то улетучилось, хотя причины на это не было? Я тем самым с опущенной головой откапываю истину и понимаю, что это глупость, что по этому поводу я не имею права расстраиваться. В общем, нет, у меня на это право, и это сразу же отпускается. То есть, вот, меняется отношение к ситуации, что ли. Первый вопрос по поводу вдохновения. На самом деле, очень важно начать вдохновлять себя самому, цепляться за моменты, которые тебя окружают, и книги, и фильмы, и находить то, что приводит тебя в восторг, то, что радует тебя. Это может быть какая-то рутинная вещь, вещь, которая происходит с тобой каждый божий день, но ты этого не замечаешь, она приедается, и счастливая жизнь становится не такой уж и счастливой. Для меня вдохновение — это книги, книжная реальность. Я люблю перенестись в нее, неважно, счастлива я в своем времени, в своей реальности или грущу, но перенестись и просто почувствовать жизнь лирического героя, потом, возможно, придумать себе самому лирического героя, кого-то своего, и расписать о нем все, и вдохновляет писать очень сильно. Я так отпускаю все ситуации, я так, наверное, обретаю что-то новое, когда ставлю эти реальные точки, запятые. Вдохновляет очень сильно местность, красивый пейзаж за окном, дорога, музыка. Это не просто фон, это или же это фон жизни. Мы с Пашей об этом говорили и пришли к тому, что музыка — это фон жизни. Вдохновлять себя самому, наверное, самое важное. Вот. Это научиться видеть в себе какие-то минимальные плюсы, не знаю, благодарить себя каждый день за что-то новое. Благодарить — это вообще невероятная штука. Каждый день нужно за что-то благодарить Вселенную, родных, так все просто, себя, не знаю. Благодарность — это неотъемлемая часть нашего счастливого существования, как мне кажется, потому что ты должен знать, что хорошего, за что ты благодарен. Второй вопрос.
как найти в себе то, что ты боишься откопать. На самом деле я все, что нахожу в себе, не боюсь этого. Я, наоборот, готова к новому, к открытию своей личности для самой себя. Чем больше ты себя открываешь, тем больше ты себя слышишь, понимаешь, чувствуешь. Не нужно бояться открыть в себе что-то такое, прям что собьет тебя с пути, или ты перестанешь быть человеком тем, которым ты являешься. Потому что все мы здесь для того, чтобы весь этот путь, всю дорогу длиною в жизнь заниматься самопознанием. Как только ты откроешь себя настолько, насколько ты почувствуешь, что вот так вот комфортно, хоть это и не закончится весь этот процесс самопознания, но когда ты это сделаешь, то люди начнут понимать тебя так же, как ты понимаешь себя. Потому что это открытость, это честность, которой ты можешь поделиться, она очень открывает к тебе людей, располагает их. И много значит, поэтому я не думаю, что этого нужно бояться. Я думаю, наоборот, этим нужно жить, с распростертыми объятиями встречать людей в твоей жизни. Вот. А дальше я продолжу где-нибудь в другом месте, потому что я хочу кофе. Вот он.